Компания Mazda займет в линейке место между моделями CX-3 и CX-5 компактным кроссовером под названием CX-30. Кроссовер построен на той же платформе, что и Mazda 3 нового поколения. Габаритная длина автомобиля составляет 4395 мм, ширина 1795 мм, высота 1540 мм. Размер колесной базы равен 2655 мм. Таким образом, внедорожник получился на 120 мм длиннее CX-3 и на 150 мм короче CX-5. Расстояние между осями у CX-5 на 45 мм больше. Дорожный просвет новинки 175 мм, на 17 мм ниже пятерки. В компании утверждают, что несмотря на компактные размеры, автомобиль получился очень просторным внутри. Однако точные размеры салона пока не приводятся. В Mazda лишь уточняют, что объем багажника кроссовера составляет 430 литров, что всего на 12 литров меньше, чем у CX-5. В интерьере салона трудно найти какие-нибудь существенные отличия от интерьера новой трешки, за исключением иной формы накладки на передней панели. В Европе кроссовер будет доступен с 2-литровым бензиновым атмосферником, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем и новым мотором семейства SkyActiv X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизелях. Бензиновые варианты работают в составе мягкого гибрида с электромотором и 24-вольтной литий-ионной батареей. Модель станет продаваться как с передним, так и с полным приводом iActiv AVD, трансмиссии, шестиступенчатая механика и автомат. В Европе новый кроссовер поступит в продажу только летом. Вместе с стартом продаж будут известны подробные технические характеристики и цены.